организатор говорил, к сожалению, не всегда фотографы или видеооператоры или ведущие приезжают на репетицию. Ну, так получается. Но для чего нужна именно репетиция выездной церемонии? В первую очередь она нужна для того, чтобы убедиться вместе всем специалистам. Обязательно декоратор, фотограф, видеооператор, ведущий и координатор, как будет реально проходить выездная церемония. Она проводится, репетиция проводится примерно за неделю до свадьбы и назначается в то время, когда будет проводиться и сама церемония в день свадьбы. Все действующие лица, это жених, невеста. Если есть возможность, то родители и дети, которые задействованы в выездной церемонии, приезжают и собираются на этой площадке. И тогда мы все делаем то же самое, что и реально. Жених и невеста становятся у арки, да? Рядышком мы ставим свидетелей. Очень коротко, вот по главным аспектам, ведущий церемонии говорит, что будет, кто за кем будет выходить, кто будет как кланяться, кто будет подавать ручку, с какой стороны будет становиться невеста. Это, во-первых, прежде всего нужно для того, чтобы уже непосредственно... Манекил, жидкий металл. У вас не было такого, знаете, нервного мандража, да, вот, и таких больших-больших глаз, а что будет и как будет. Какая и красивая невеста. С какой скоростью, допустим, откуда и как идет невеста, с какой скоростью, как она подходит к жениху, будет ли жених поднимать фото, с какой стороны станет невеста, где будет стоять ведущий. Будут кланяться жених и невеста родителям своим, как они будут кланяться. Кто подает бокалы, кто подает кольца, нужна ли девочка или не нужна, которая будет рассыпать лепестки роз перед женихом и невестой. А когда вы будете проходить эти все моменты, то в это же время фотограф, видеооператор, декоратор, они обратят внимание на такие аспекты. Правильно ли стоит арка, как падает свет. Что у нас будет по качеству на фотографии, и на фото и на видео, и таким образом это даст 100% гарантию, что то свадебное фото и видео... Все, кто хочет сыграть свадьбу этой весной, просто обязаны сейчас прийти в Казак Палац. И они обязательно себе выберут и свадебное платье, и свадебного фотографа, и томату, и автомобиль, и вообще все. Координатор, который задействован на выездной церемонии, который организовывает репетицию, как раз... Свадебное платье тут стартует от 8 тысяч гривен. Ну, это уже готовое. Но, естественно, в ателье будет дешевле, и качество в ателье, естественно, будет выше. Так что всем рекомендуем обращаться только в свадебное ателье. Ну, если у вас много денег и мало фантазии, то, конечно, свадебный салон. Салон «Алая парус». Фотографы известны. Под весной тортик. Ну, сейчас, наверное. Вот такие девушки тусуются. Яна Гола, привет от ёжиков. Фото студия Sky. Прям тут можно себе сделать и причесочку. Студия Романтика 2 Какао, пожалуйста, отдыхает. Thank you.
посмотрим, какие тут автомобили у нас представлены. Колясочка непонятно зачем. Ну это такое. Метров 10 лимузин, наверное. Мы видим, даже такие дяди не маленькие могут поместиться. Ивент-агентство. Сразу попадаем в лимузин Audi. По-моему, он еще длиннее этого Брабуса. Я думаю, нужно посмотреть, что же у нас тут. Audi — это Audi. Шикарно. Хаммер смотрится уже немножко попсовенько, ну, мое мнение. Но тем не менее довольно просторно. Мне кажется, внутри будет попросторнее, чем в Audi. Ну, да, просторнее, конечно. И сейчас вам покажу самый просторный автомобиль, который тут представлен. Самый-самый просторный автомобиль. Народное творчество. А вот он. Автомобиль производства Франции, выпускался с 1905 по 1908 год. Максимальная скорость, секундочку, 90 км в час. Вполне интересный экземпляр. Стартер. Тут чики, там чики. И вот мы снова видим самое креативное. Ателье Амели, сотрудники. Передаваем привет Фейсбуку. Нас не слышат. Я хочу тоже с ними сфотаться. Прикольно. Это мы подошли снова к стенду. Ателье Амели.
заслуженный мастер народного творчества Украины Гутасевич Роза Миколаевна. Вышло вам. Снова камеру. Что-то мне больше нравится. Следующий 17. На данный момент представлены лучшие свадебные салоны. Все представители запорожского свадебного бизнеса собрались. Оказывается, Олег Блохин теперь не тренер, он теперь фотограф. Здравствуйте. Хотим зарегистрироваться в розыгрыше путевки. Куда ты разыгрываешься? Друзья, Татьяна Зазурин. Скоро Вайтайм сегодня начинает все нагуляться в облаках. Предоставили нам уикенд, ты по рассыриму, а ты послужишь нам доброе слово. И мне вам отдельно спасибо. Вайтлайм, всегда, пожалуйста, друзья, подходите. Декор нам высыпали. Я все-таки полагаю в первой части розыгрыша нашей лотереи. Ну, естественно, можно пригласить сюда совершенно независимого человека, который поможет мне выбрать счастливый номерок. Молодой человек, да, решили, что вы независимы. Абсолютно. Мой один, 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 м
находил. И как для автофортуны вручается сертификат. Установить в течение времени на каком-нибудь подписывающем моменту. Запишите эмоции так, чтобы человек, который будет рассматривать деньги, перейти на искусство, на то, что в нашей жизни как-то необходимо профессионально.
Можно с лимоном чай? Зеленый.
чай зеленый с лимоном. Посадочное дерево. Алло!